Высокие технологии. Хай-тек. Согласно преданиям, в этом городе на западе Индии в изгнании провел 14 лет Рама. Это одно из 4 мест в мире, где проводится Кумбха-мела. Кумбха-мела – это фестиваль, на который приезжают не только поклонники индийского фольклора, но и паломники. Это приводило и может привести к давке и, как следствие, к жертвам. 15-летний изобретатель предложил инженерное решение, которое регулирует людской поток в часы пик Кумбха-мела. Оказывается, можно оборудовать шагомерами маршрут, по которому проходит главная процессия, и в зависимости от количества шагов регулировать движение народных масс. Я интересуюсь техническими решениями, которые к тому же помогают в повседневных хлопотах. Я мог бы заниматься разработкой видеоигр, но это не приносит никакой пользы, так что я обратился к тому, что улучшает жизнь. Задача, стоявшая перед юным рационализатором и инженерами, которые к нему присоединились, была непростой. Им требовалось создать универсальное устройство, которое могло бы функционировать в практически любой ситуации, каждый раз адаптируясь под предлагаемые обстоятельства и условия. Это отнюдь не окончательный вариант, но это очень близкий ему прототип. Первое устройство было изготовлено из подручных средств, картонной и алюминиевой фольги. Сегодня мы используем, разумеется, совсем другие материалы. Устройство может быть использовано не только на открытом воздухе во время паломничества, но и в торговых центрах, там, где всегда много народу, поэтому имеется риск возникновения паники, который по той или иной причине может охватить толпу.